дискотека 80-х. Rock and Dance. И еще раз всем большой дискотечный привет, это мы, Мурзилки Интернешнл. Сегодня мы решили не расставаться с вами, наоборот, в течение всего дня выходим в эфир, общаемся, поем, встречаем гостей, приглашаем всех на дискотеку 80-х. У нас уже побывали и Сиси Кейч, и Bad Boys Blue, и Arabesque, все они выйдут сегодня на сцену диско 80-х. Кстати, буквально минут через 10 уже Олимпийский откроет свои двери для всех тех, кому повезло купить или, может быть, выиграть билеты на 11-й международный фестиваль Авторадио. Напомню, само шоу начнется в 6 часов. А ну, а в дверях нашей студии уже появился очередной гость, и так с особым пиететом произносим это имя. И с особой радостью встречаем этого артиста, культовый британский певец и лидер классического состава группы Смоуки, Крис Норман! Бурные аплодисменты! Крис, hello! How are you? I'm good, how are you doing? Очень рады видеть Криса здесь, на нашей дискотеке 80-х, потому что действительно это, ну, для нас наиболее любимый певец из британской музыки из времен не только 80-х, но и 90-х. Годов. Крис, дискотека уже сегодня, остаются считанные часы. Насколько мы знаем, помимо самых известных хитов, которые любит наш народ, будет еще и один сюрприз, да? No, we just wait and see. We're going to be doing as an extra song. I'll just put it this way. Это будет не сюрприз, это будет еще одна песня. Раскрывать всех сюрпризов я вам не собираюсь. Поживем, увидим. Ну хорошо, ладно. Но мы все-таки маленькую завесу тайны-то откроем. Мы все-таки знаем чуть-чуть. Да. Но мы скажем, что просто это будет очень неожиданный дуэт. Крис, как вы обычно разминаете свой голос, как готовите к концерту? I don't do much really. Никакой специальной подготовки не требуется. Если я в обойме, если я постоянно на концертах, на выступлениях, на различных сессионах, то мой голос в форме. То есть сейчас он тоже в форме? It's a bit early. Yes. Мы сейчас приготовили ему музыкальный сюрприз. Если у него возникнет желание сейчас за несколько часов до концерта распеться вместе с нами, то, как говорится, добро пожаловать. Попробуем? Музыканты готовы у нас? Рискнем, да. Как говорится. Да? Но если Крис поможет, то поможет все. Каков момент? Hello? Oh. Am I going to sing this? Yeah. It's your song. If I remember it. Do you remember? No, yeah. All right, baby. Oh. Time you're right, you made my day. Years may come, years may go, but I still love you and I want you to know. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone, and it takes two lovers to be as one. Yeah, yeah, yeah. И сейчас мы попробуем продолжить эту песню. Now we'll try to continue. Он спел нам про Элис, про встречи в ночи. В руках его к женскому сердцу ключи. И вот он доехал до нас наконец. Последний романтик, любимый певец. Здравствуй, Крис! Время незаметно подошло. Вот кто-то Брагин, а я Захар. А вот Крис Норман, он суперстар. Петров не мал.
Come on! Come on! Это Крис Норман, студия Авторадио. Сегодня на дискотеке 80-х. Счастливо, Крис! До встречи! All right. Thanks, guys. Дискотека 80-х. Rock and Dance.